Мы на стенде компании Hikvision на Security China 2012. Я хотел бы показать вам несколько интересных технологий, которые представляет эта компания. Во-первых, за моей спиной это технология определения лиц, при этом с расширенными возможностями. Во-первых, она отличает мужчин и женщин, в том числе и европейских, хотя мы на китайской выставке. Вот. Во-вторых, определяет рост человека, даже не видя полностью этого человека, вот, собственно, там вы можете это увидеть. Вторая технология. Двигаемся туда. Это технология так называемая димист, то есть устранение тумана. Это встроенная в IP-камеру высокого разрешения. Технология позволяет в случае, вот как мы видим, туман, а камера делает, так сказать, раз, и буквально по волшебству мы видим качественное цветное изображение. Следующая технология – это технология удвоенной частоты кадров. То есть теперь современные процессоры, все выпускаются уже современные процессоры с возможностью записи 1080p 60 кадров в секунду. И эта камера нам демонстрирует, собственно, такую частоту кадров. Изображение от этого становится очень плавным и приятным для глаза. Хотя, конечно, для записи в системах видеонаблюдения такой частоты часто и не требуется.